Привет. Снайперская винтовка выхлоп. Абсолютно имба, да, казалось бы. Вроде там и с глушителем, вот, и ваншотит абсолютно во все, да еще и на имба класс. Но так ли это на самом деле имбово? Это мы и решили проверить. Мы берем 5 выхлопов, соответственно 5 снайперов, играем без медиков, отправляемся соответственно на первую лигу и пробуем выиграть в 5 АВП с этими новыми имбовинами. Ну и посмотрим, что из этого у нас получится. Кстати, хэллоуинское настроение у вас уже имеется? Если еще нет, то тогда переходи по первой ссылке в описании и забирай хэллоуинский набор. Это могут сделать как ветераны, так и новички. Новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться и получат сначала себе все на время, а уже по достижению 10 ранга заберут себе все навсегда. Но обязательно на сайте игры вводи пин-код HELL2020 и забирай себе донат на 30 дней. Опять же, на все классы. Ну а теперь что, давай, устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Эй, малолетка! Ой, малолетка! А что ты там, душа-клетка? Так, я беру на себя свифтке. Что, погнали? Так, четвером двойку. По центру пушите, нормально, нормально. Минус медик, минус я. Она в крыцаре стоит. Меня убили в колоннах. Ой, что-то произошло больно. Эйс чисто. Да, раз, давай эйс. Первый вылетел, второй. Нормально, нормально. Ну бывает, бывает. Смотрите, ребята, надо маленечко посерьезнее относиться к этому делу. Я пойду на их вверх заражу. Очень серьезный подход пошел. Так, туда дымок. Опять центр? Минус контейн. Еще. Убил медика с контами. За контами. Он в респе сидит, ну серьезно? Эй, малолетка! Норбер, вся надежда на тебя снова. Давай. На центре медик. Да вот то же самое. У него там все дохнут, а этот в респе сидит на малолетке. Че? Предлагаю раунд еще. Пушки не слабаем и руиним первую либо типа. Давай. Пойдем, пойдем. Не уверен. Нормально, нормально. Где? Летит. Убил трубы еще. Планту еще один. Трубы, наверное. Плант смотрю, плант хае дал. Не дам. Да, плант усидит. Убежал, убежал налево. Ага, понял. А, давайте действовать. Так, еще медик есть. Где АВП? Вверх, второй этаж. А, медик рашит дым. Нет, дерьмово. Ну что, понравилось? Кто говорил, что склонкершу берет на себя? Миша. Не, ты, по-моему. На мне малолетка. Я молчал. На мне был этот, свифткей. Ну как бы, он 0-2 идет, все нормально. Я водяной. Ага, один сидит у меня на этом. На зеле. Опа. Сюпа? Не иди нахуй отсюда. Ну это был шашлык же. Это же был шашлык. Почему они не зашашлычились? Не за. Убил за нулем. Найс. Медик пробежал. Обалденная игра. Вот так его. Убил колонны. Где последний? Ага, нормально. С почином нас, ребята, с почином! Не, ну такими темпами мы выиграем. За 20 минут закончим точно. Я сейчас приму наш вверх. Вверх у меня. Труп. Фак! На контакт, медик. На контакт. Он меня в прыжке убил. Ты 1-2. Ну, это дефис, как бы. Куда ты лезешь? Не, ну он мне жестко дал. Он мне в прыжке с контов дал. Ну, мне тоже. Где? Убил его. Я зарежу нахуй! Тут малолетка меня чуть не пырнула просто. Давай, пойдем в обход. В 3 АВП. И один, смотри, колонны. О, нормальный план, давайте. Осталось его скупить. Она вот она, на мосту. Боже, она в прицеле стоит, тебя смотрит. Ясно. Зашли один. Ставят бомбу. Ставят. Бегу. А вот тут где-то бегает Миша. Тебя. На трубу Миша. Да, просто сидел тут. А, я его не увидел из-за этого огромного ствола. Oh. 1-2. Нет. Ну тут у нас склонкерша закрыла как бы. Туда нас отправили. Go next. Опять скобка. А можно другую карту? Ну точнее, карту, опять да. Фабрика, но скобка не опять. Так, я на себя беру католик.exe, потому что пацан мой реферал, там вся фигня. Он .exe в конце ника приписал там, когда создавал. Я беру на себя... Вякшугу зигзу 3D. Сними наркотиками. Да, я беру себя. Степа, законтришь ряд усика? Кого? Ряд ау... Блин, на тебя въебал, блин. Давайте, один в респе, три под двойку и меня наверх. Я бы нормально просто надел. Нормальный план. Рабочий. А, меня беззвучно чел пришел наверх, это как? Алита, выигрывай, давай, легко для тебя. На ней! Найс трай. Они задолбали на этих зелах сидеть. Один у тебя стоит под этим. Хаешку даю ему. На мусор. За мусор. У меня один. Убил меня. За зелом.
Ай, блин. Под навесом двое. Господи, а что у нас так? Да, кстати, они тоже 4 снайпера взяли. Ну тогда у нас есть шанс разыграть. Нету. Гараж двое. Откуда? Не попал. Гараж. Респа, респа. Один выходит уже с респы. Убил. Он был. Вот. Убил? Да. Как мне ее взять? Успеет. Хорош. Не успел, он, видишь, залазил. Я конты тебе смотрю. Убить? Четверные где-то бегают. Найс, молодцы. Это геймеры. Найс. Еще вход убил. А нет. Найс, молодцы. Думаешь, это будка? Найс, игра. Вверх убил. Хорош. Обход прошел один. Ставит. Бомбу. Прокидываю план. Убил. Убил вверх еще раз. Убил куб. Ребята, играйте. Инженера одного убивайте пунту на их центре, наверху. Он прям... Все, наверху, наверху центре ласт. Кого резать? Он вверх. Он вышел, вышел. Найс, молодцы. Тренируй. Нет, нет. А, неплохо. Такой черт. Сейчас будут похороны, ребят, если за нулем есть. За нулем. А за нулем одного убил. За нулем еще. Еще есть за нулем, я даю ему. Еще там же медик. Найс. Хорошо было. Откуда? Костя, центр. Поздно. Под трубами. Ух, конечно. Я убил вам центр. Не спешите играть под один. Слышите, попробуйте все. Нет, стой. Я сейчас... Убил колонны, соединитесь. Вверх убил их. Наверху у них нету? Центр подняли. А, я обманул, да? Респа, ШТ. А мы не поставили план, да? Ребята, что так все? Блин, ребята, мы сделали сейчас ситуацию 5-3 и ерунду совершили. Пойдем так же, наверное. Хаешки оставьте. Зажимал много. Зазил хае даю. И снайпер тоже. Они прошли двойку, за ноль уже. Вода, вода, это один. Я отошел. Вверх убил одного. Не попал, вверх еще. Один наш вверх уже занял, ребят. Знатно. Убил правое окно. Реснул, да, глубоко. Он уже пункт. Я взорвал его. Промахнулся. Убил. Наверху лаз нет. Надо бомбу установить как-то. Обход? Да. Дал смог на его. Близко очень. Найс. Спрыгнул. Найс. А смочок то попал. А че толку? Колонна. Я промахнулся. Мусор убил. Мусор медик. На воде, на воде, на воде у меня штурм. Смерть. У меня что-то на воде. Я пикну под нее, Норбер. Пикаю что-то на воде. Найс. Тут же медик. Труп у вас доступ. О, найс, молодцы. Давайте наверх со мной. А воду поджимал кто-то. Да, они ее встречали в прошлый раз. Блядь, у нас, возможно, человек есть слева. Хаеду на него. Да, нам прилетело хае. Взорвал мину. Один, не знаю кто. Вверх убил. У меня есть слева. Он лезет к нам, Степ. За нулевой. Костя ушел. Да, я ухожу тоже. Давай на двойку, ребят. Все, поиграешь на спине? Давай, все по спину закрывает. Он за мусоркой. Хорош, матч, ставь. Ангар прикрою. За нулем смотрю. Промазал. За нулем. Прошел за нулем. Попал. Здесь снайпер за нулем. Флешку дал ему. Убил его, тихо. Спину забрал. У нас за нулем все. Ангар, возьмите мне, пожалуйста. Взяли ангар мне. Нет. Я выдумлю. Респа. За нулем. Я справа от нуля пикаю. Я на красный пошел. Убил штурма. Там еще... Бомба. Медик давит меня. Помоги. За зелом. Но! Уху! Ну это было нормально. Ес, минус 3, да? Это было прям балдежно. Это называется. Не, ну выхлопы жесткие пушечки. Типа просто ПКМ, ЛКМ. Ну типичный снайпер, короче. Мне кажется, какой-то тяжелый. Наверное, просто не играл весь день, поэтому так. Ну не то, что вчера, да? Вот вчера ты бы вообще уничтожил всех. Я вчера, блядь, раз 1 в 5 на коньяку.